Друзья, всем привет! Если вы хотите сделать в своей комнате все углы 90 градусов и сделать все стены параллельные друг другу, то вам стоит посмотреть это видео. В этом видео я расскажу вам о том, как я делаю обычно в ванных комнатах, но и не только в ванных комнатах, чтобы все углы у меня были 90 градусов и стены были параллельны друг другу, и также был вертикальный уровень везде. Для начала, что нам нужно делать? Это, естественно, убедиться в том, что у вас действительно стены все кривые, и вам это нужно. Но также представить уголок к углу и посмотреть, насколько у вас все это плачевно. Так, ну и в принципе, когда вы во всем этом убедитесь, дальше уже делать техники. Нужен для этого будет простой лазер, плоскостной построитель. Ну, с помощью него, в принципе, я все это сейчас здесь сделаю. В общем, на потолке с помощью этого лазера плоскостного построителя я рисую квадрат, в котором у нас все углы будут 90 градусов вести, и то есть все вот эти стороны, они будут параллельны друг другу. Ну, в принципе, не квадрат, даже можно просто прямоугольник, это я уже так утрирую. Так, ну, после того, как вот этот квадрат у меня будет нарисован на потолке, вот потом уже переходим к установке маяков. Маяки у нас устанавливаются следующим образом. Так как у нас вот эти вот на рисунке все стороны параллельны друг другу, соответственно, вот нам и нужно будет установить также маяки параллельны друг другу. То есть мы берем вот угольник, то есть устанавливаем лазер по отметке. Отметка у нас, естественно, отходит от стены на какое-то расстояние. Неважно, там 5, 6, 10 сантиметров. Мы с помощью угольника вот этот размер потом будем приближать к стене. То есть при установке маяков мы будем отходить с помощью угольника на такое же расстояние и будем уже устанавливать маяки. И получается, что вот эти вот два маяка, которые установлены на стене, они у нас идут параллельно той отметке, которая у нас на потолке. Ну и, соответственно, у нас еще будет вертикальный уровень тоже. Так, ну, после того, как мы выставим все маяки в комнате, переходим к штукатурке стен. Ну, штукатурку, я думаю, все представляют, как это делается. Накидываем с помощью правила, снимаем вдоль этих маяков. Когда вот эта вся процедура у вас проходит, то есть мы отштукатуриваем стены, берем угольник и еще раз проверяем, насколько точно у нас все получилось. Проверив все углы, убеждаемся в том, что мы сделали комнату, в которой все углы равны 90 градусов. Что и требовалось получить, то есть таким способом, который сейчас я вам описал, это очень просто. Если вам интересно, если вам понравился данный этап, данный процесс работы и как это все просто происходило, вы можете смело его использовать. Но при этом не забываем поставить лайк и подписаться на мой канал. Канал называется Перестройка 116. Меня зовут Ленар. Я занимаюсь ремонтом квартиры и отделкой помещений. Также и ванные комнаты, ну и в принципе все отделочные работы, которые с этим связаны. Все это вы можете посмотреть на моем канале. Ну что ж, на этом я заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Увидимся снова на канале Перестройка в новых видео. Всем пока. До новых встреч.